Начали за здравие, кончили за упокой. С горечью смеются жители домов по улице Георгия Ратнера над ремонтом дороги в своем дворе. В середине лета сюда пришли рабочие и бойко начали снимать асфальт и выкорчевывать старые бордюры. Люди обрадовались. Наконец-то во дворе не будет ям. Однако на этом все и закончилось. Вот они вырыли бордюры, ямы остались и, по сути, ничего не делали. Они просто приходили вот так вот. Материал, по сути своей, не поставлялся быстро. Они приходили, сидели здесь весь день и что-то ждали. Жители обратились в районный совет депутатов. Это подстегнуло подрядчиков к работе. И за 3 недели во дворе укрепили новые бордюры, отсыпали парковку и сделали одну дорожку. И работы вновь остановились. Председатель Советского совета депутатов Владимир Иванов призывает подрядчиков к ответу. Ну ничего не изменилось. 3 недели я... Вот эта тропинка стала укатана. Мы сейчас ждем второй каток, чтобы катать не одним катком для повышения качества асфальта. Угу. Потому что, как практика показала, одного катка нам не хватает. А сейчас у него появится каток, и когда на выходной? Сейчас на выходной, в субботу, к сегодня, стараемся взять. Владимир Иванов обещает держать руку на пульсе. Для него дело чести – помочь жителям решить проблему. Благо, жители сейчас активные, активизировались. Они вот звонят и говорят, тут не так, тут не так. Мы приезжаем, помогаем, подключаем администрацию, департамент. Двигается все, все двигается. Встречи с жителями проходят регулярно, до тех пор, пока вопрос не будет решен полностью. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.